заказался для зимы велосипед неделю назад. Сегодня он пришел, сейчас буду его распаковывать. Дорожный, односкоростной, самый простой. Не ломался, на нем минимум узлов, минимум поломок будет. Летом бывает приходится зимой часто чинить велосипед. Сейчас его буду распаковывать. Так, что мы имеем? В комплекте корзина шла. Велосипед почти собранный, жалко, что он. Оба, да, конечно, алюминиевый. Ну, ничего страшного. Надеюсь. Так. Оп. Не падать. Защита. Цепи есть. Все тут есть. Жалко, что они, конечно, собрали колеса. Придется все равно разбирать. Так я буду землерезину ставить здесь. Его поставлю сейчас. Он, конечно, тяжеловат. Думаю, для зимы будет самое то. Так. Почему-то написано, что это женский велосипед. Странно. Такой-то рамой. Рама 19 дюймов, колеса 26 дюймов. Протектор, конечно, здесь не очень, но ладно. Больше всего не понимаю, зачем они колесо вставили уже на место. Хотя, если бы его вот к раме приложили, как переднее колесо, посылка была бы менее объемная. И самое интересное, писали в комментариях, что там есть инструкция. Инструкция я здесь не нахожу. Но я не думаю, что это такое сложное будет, что я не смогу собрать простой такой велосипедик. Так, меня интересует, есть ли тут... Есть ли крепление для флагодержателя? Но я смотрю, их здесь нет, придется сверлить. Потому что я буду ставить аккумулятор. Куда крепить, не знаю. Или к багажнику, и сандалить, или к раме. Самое интересное, что я не нахожу в комплекте педалей. Педали почему-то отсутствуют. Не заметил, там еще была одна фляжка. Здесь, скорее всего, и сидушка, и педали. Кто думал, педали старого велосипеда. Кстати, у меня велосипед педаль сломалась. Блин. Она? Не знаю, я обнаружил там только сидушку. Педалик я не обнаружил нигде. Ну ладно, это не беда. У меня есть старые велосипеды, с которых я сниму педали. Так, сейчас надо снять заднее колесо. Подумать, что делать с рамой. А вот и педальки нашлись. Вот в этой коробочке, оказывается, они были. Сейчас ее посмотрим. Так, рама у этого велосипеда такая. Ну, как конусная. Сначала думали, что сюда невозможно будет поставить аккумулятор. Но в итоге просверлили 6 дырок. Решили делать на 6 дырок. Сначала хотели сквозную, чтобы держать лучше. Потом нарезали резьбу. В принципе, держится вполне неплохо. Вот, пожалуйста. Так, это для аккумулятора. Сейчас буду собирать велосипед. Да, резину поменяю. Нет, я не буду снимать, это смысла не вижу. Вот уже собираю велосипед, поменял резину. Вот, накачал. Мотор на переднее колесо пойдет. Поставил заднее, настроил скорость. Ну, в смысле, тормоза настроил. Все работает отлично, корректно. Так. Какие воспоминания о детстве. Кстати, руль такой же. Как у детского велосипеда советского. Ножка здесь, конечно, да. Подправить надо. Ослабить каретку, чтобы он... Чтобы инверсия была. Так, ход тугой слишком. Ну, это я сейчас быстро сделаю. Всегда, когда крепите колесо, необходимо делать так, натяжку. Когда он крутится, он потом инверсировал обратно немножко. И вот так, путем нехитрых манипуляций, из 200-го остался унитонер, получается электровелосипед. Довольно красивый. Рама 19 дюймов, не знаю, мне кажется, 19 дюймов больше. Плюс этого велосипеда, то что зимой постоянно портятся узлы, те растягиваются. На этом такого не будет в велосипеде. Плюс, что-то удобно, да. Тормоза будут работать все время хорошо. Не стараться колодки, не скрипеть, как обычно это зимой происходит. Ну и то, что мне нравится, руль можно выше делать. Сидушка классная, такая мягкая. И на самом деле он думал, что он будет тяжелее. Болтик лишний. А, и под эти покрышки у меня не подошли крылья. Не встали. Цеплялись краями. Вот, поэтому я крылья ставить не буду.
Ну, буду когда чисто, когда зима, буду на нем ездить. Чуть там подтает, буду уже без мотора. Вот такая замечательная вещь появилась. Ну, красота.